Ульяновская госавтоинспекция провела акцию «Ремень безопасности». Инспекторы призвали водителей пристегиваться за рулем, защитив себя на дороге. Особенный акцент на перевозке юных пассажиров. Водителям напомнили об использовании детских спецкресел. В завершении беседы всем участникам акции вручили тематические листовки и памятки по правилам дорожного движения. Профилактика крайне важна среди водителей, считают в службе, потому что степень травматизма и смерти на дорогах очень высока. К сожалению, многие пренебрегают правилам. За прошедшие два месяца текущего года в Ульяновской области сотрудниками госавтоинспекции выявлено 764 факта управления транспортными средствами водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности. А всего за прошедший 2021 год было выявлено более 10 тысяч таких нарушений.